Здравствуйте, меня зовут Ярмила, я приехала сюда, в Армению, из Испании, из Гранады. Я очень рада, что я смогла приехать сюда. Езжу на экскурсии с группой One Way Tours. И сегодня мы оканчиваем экскурсию 3 дня по Республике Нагорный Карабах. Мне очень нравится, я очень рада. У нас такая замечательная экскурсовод. И все люди, и все, что мы смотрим, и вся программа. И у нас такая атмосфера, как я раньше на никакой экскурсии не видела. Все вместе смеются, разговаривают. Мы как почти как друзья сейчас. И это благодаря тоже нашей экскурсоводу. Мы очень рады. И я думаю, что мы очень этим повезут. Я никогда не забуду экскурсию в Нагорный Карабах. Я сейчас смотрю эту страну и Армению совсем по-другому. Спасибо. Большое спасибо.